Вместо учителя – байкеры. Они провели сегодня необычный урок, посвященный безопасности на дорогах для учеников 8 классов первой школы. Мотоциклисты проехали за рулем тысячи километров и сегодня откровенно говорили с ребятами о том, почему нельзя садиться за руль мотоцикла или скутера, не имея водительского удостоверения. Все мотоциклисты руководствуются одним правилом на дороге. Это мотоциклист как летчик-истребитель. Все хотят тебя сбить. Николай Ганиев, самый молодой участник мотоклуба «Белый медведь», рассказывает будущим мотоциклистам, насколько опасно это транспортное средство, особенно в неопытных руках и без соответствующих знаний и подготовки. На встречу с учениками первой школы молодой человек пришел с опытными байкерами. Они рассказали ребятам о главных доспехах мотоциклистов, защитной экипировке. Кроме главных атрибутов безопасности, представители мотоклуба поделились собственным опытом безопасного нахождения на проезжей части, поведали об особенностях езды на мотоцикле, помогающих прогнозировать дорожные ситуации. Эту встречу со школьниками организовал региональный центр молодежной политики совместно с сотрудниками ГИБДД, которые напомнили мотолюбителям о печальной статистике. То есть в этом году произошло 4 случая, и, естественно, как результат, тяжкие последствия. Это у нас в одном ДТП 2 молодых человека, которые из них несовершеннолетние попали с тяжкими повреждениями в реанимацию. В двух ДТП двое молодых получили перелом, нижней конечности, верхней конечности. И один случай, это произошел недавно, как итог, со смертельным исходом. То есть есть о чем задуматься, почему молодежь у нас именно из всех 4 ДТП пострадали молодые люди. Самое интересное ожидало ребят в завершении мероприятия. Байкеры на улице показали подросткам свои мотоциклы, устроили демонстрационный заезд. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».